Сегодня Инасбек Евкуров обсудил с председателем правительства и руководителем администрации главы Ингушетии итоги заседания Совета при полпреде президента страны в Северокавказском федеральном округе. Оно проходило в Пятигорске. Глава отметил хорошие результаты по работе с проблемой загрязнения окружающей среды. Только за год в регионе ликвидировано несколько свалок. Построен полигон твердых бытовых отходов. Обсуждая вопрос ликвидации ветхого аварийного жилья, руководитель республики отметил, что Ингушетия обеспечила переселение граждан из всего жилья личного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года. Инасбек Евкуров считает, что при строительстве домов нужно постоянно общаться с жильцами, чьи дома подлежат сносу. Ну и, конечно, по свалкам, по всем мы провели хорошую работу. Здесь нас отмечают в хорошую сторону. И в целом комитет экологии здесь хорошая работа с Бабхоевым. Будем здесь наращивать этот потенциал, работать в этом деле. Вопрос по переселению. Уже не раз говорил об этом. Полтора или два года висят там три или четыре жителя там, семьи в Карабулаке в подвешенном состоянии. Ни один чиновник не хочет этим вопросом заниматься. Ну, слушайте, можно там на своем уровне, там, чтобы глава республики с ними не занимался, вы можете сами пригласить этих людей, посадить перед собой. Сейчас спросить по каждой фамилии, какая проблема у человека, вы не увидите там какой-то там даже... Какое-то дело по этому человеку.